Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено боксу РНБТЦ. Я когда-то на нем работала. И я его забросила, так как я поставила денежку на вывод. Не помню, 10 тысяч, по-моему. И мне эти денежки перевелись на Purchase баланс. Возможно, это моя вина. Я поспешила как-то там. Может, страничка обновилась. Все мы знаем, что здесь как бы на буксах, на кранах реклама много. Возможно, страничка обновилась. И у меня как бы с вывода на вывод я поставила денежку. Вот. И у меня вышел трансфер. Видите, здесь трансфер, а здесь виндраф. Я ставила виндраф, а у меня они трансформировались на Purchase баланс, как бы. Возможно, всяко бывает. Ну, я психанула и ушла отсюда. Сегодня мне попалась на глаза рекламка этого букса. Думаю, дай-ка я зайду. Посмотрю, что тут. Ну, вот у меня на балансе 14 тысяч. Я их поставила на вывод. Вот на Faucet Hub при выводе. Будьте, друзья, внимательны. Здесь есть вот трансфер, а есть виндраф. Вкладочка. Вот тут она у меня. Виндраф. Вот. Минимум. Так, это 40 тысяч сатоши. Это на прямой кошелек. Я выводила на Faucet Hub. Выбираем Faucet Hub. Минимум 7 тысяч. У меня было 5 тысяч. Ну да ладно. Faucet Hub как бы при регистрации кошелек это все указывается. Все замечательно платит. Сейчас перейдем. Вот при выводе нужно, когда будете заказывать вывод, подтверждать вывод. Перейдете на почту, вам придет письмо. Подтвердите вывод. После через несколько часов вам придет такое письмо, что вывод обработан. Вот. Идем на Faucet Hub. РНБТЦ 14028 биткоин сатошиков кошельке. Так, и опускаюсь ниже. Вот 14028 сатошиков. Вот 27 сентября. Так, далее. Как смотреть рекламку? Вот сюда Earn Money я нажимаю. Вот здесь довольно-таки очень такой добренько здесь собирать. Посмотрите, по 30 сатошков. У меня уже на балансе 317 биткоин сатошиков. Вот по 30 сатошков. Я считаю, что это очень даже неплохо. Вот. Давайте какой-нибудь за 10 секунд посмотрим. Здесь две капчи. Нажимаем на рекламку. Здесь аж капча. Есть Solve Media. И выбираете. Я возьму Solve Media. Мне она с подручней, как бы. Вот. И сейчас заполним. Капчу. Так, он. Старт таймер. Так. Что-то зелененьким сгорелось. Что, я ни капчу не прошла, что ли? Ладно, сейчас еще пройдем. Аж. Опять старт таймер. Сейчас страничка загрузится. И вот здесь появится как бы отчет времени. Вот 10 секунд идет. Ждем. 2, 1. И все.
допустим, мне вот 5 листочков идет зачет. Возвращаемся на страничку обратно. Все стало как бы все просмотрим. Так, 322 сатошинки. Значит, партнерская ссылочка у нас промо Tools находится. Вот она, партнерская ссылочка. Нажимаете копировать. Ссылочка копируется. Ну, а здесь, друзья, кран. Вот. Хотите, можете еще как бы раз в час, что ли. 10 000, ой, 10 сатошков можно здесь выиграть. Но здесь короткие ссылки. Я их не люблю. Я на кране сидеть не хочу. Я лучше рекламку просмотрю. Ну, я в буксе. Кому интересно, пользуйтесь. Букс платит. Все хорошо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.